Кнопка «Видеофон» применяется для одностраничников с видеофона. Вы можете выбрать понравившийся шаблон и создать свой одностраничник буквально за пару кликов. Нажмите «Создать» под понравившимся шаблоном. И следом кнопку «Видеофон». Далее перейдите на канал YouTube и скопируйте ссылку, нажав «Поделиться». После чего вставьте в поле на шаблоне. Как установилось видео, можно посмотреть в предпросмотре. Девятая кнопка в верхнем ряду. После того, как вы убедились, что все нормально воспроизводится, нажимайте слева кнопку «Создать». Далее переходите в раздел «Мои страницы», редактируйте настройки страницы и подписную форму. Можно это сделать и без предварительного сохранения, просто так надежнее. На этом по видеофону все. Используйте данные одностраничники. Они показывают очень хорошие результаты. Удачи и до новых встреч!